Рабочий поселок Измайлово Барышского района богат на родники. Их по подсчетам местных жителей в округе больше 20. Все из-за того, что на территории поселка сходится 5 ручьев. Они-то и дают столько источников чистой воды. Но самый крупный и полюбившийся жителям один. В начале 2000-х за этим источником ухаживали. Рядом работала пекарня, а чтобы к ней поступала вода, на роднике построили насосную станцию. Но сейчас пекарни нет, соответственно, и ухаживать за родником некому. Да, люди все ходят за водой, где без хорошей воды чистейшая. Поэтому сходить водой у нас осталось, поэтому мы решили, что это не надо ремонтировать, поэтому выходили в министерство и просили деньги. Районная администрация направила в ведомство соответствующую заявку, заключили финансовое соглашение, выбрали подрядчиков и в конце июня приступили к работам. У родника уже расчистили площадку, разобрали и вывезли старую станцию. Сейчас рабочие делают дренаж, обустраивают подход к нему. В дальнейшем прилегающая территория будет благоустроена, а планируют установить беседку. В 2022 году на территории Ульяновской области продолжены работы по программе восстановления родников. Мы понимаем, что во многих муниципальных образованиях родники являются единственным источником водоснабжения. Поэтому мы данную программу продолжим и в следующем году, и призываем жителей Ульяновской области активно подавать заявки на те родники, которые им дороги. Самое важное условие при подаче заявки в Минприроды – наличие анализов на качество воды. Она должна быть пригодна для питья. Всего в Ульяновской области в этом году восстановят 23 источника с питьевым водоснабжением. Анна Тищенко, Алина Тихонова, Улправда ТВ.